Всем привет, с вами Ромус, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт ПЕ и Скайка. И с вами будет играть сегодня моя сестра Скайка. Это я хочу снять вот летсплей такой небольшой по Майнкрафту. И у меня Майнкрафт не отвечает. Ну ладно, ничего, подождем. Сейчас я зайду в мир, и она к нам, моя сестра, мы должны присоединиться. Вот тут мы спали, сейчас к нам присоединяется сестра. Я нашел уже большой грибок. О, тут очень красивое место, тут можно будет дом поставить какой-нибудь. Сейчас давайте подождем, вот она зашла. Двигайся! У нас тут Кир сложный. Иди, ищи еда. Я буду... А, вон грибы. Грибы это не еда. Нам будут нужны другие грибы. Иди курицу убивай, что ли. А то так мы. Где а то я нам... найду курицу. Да я видел тут недавно. Коровка! Убивай все, что можно покушать. Потому что вот, да, я тут поставил в этом мире все на сложно. И по идее у нас все должно быть очень-очень сложно. Ну, и летсплей этот я буду называть хардкорное выживание, например, вот эти хардкорные приключения. Вот, не знаю. Сейчас даже проверю. На сложном ли у меня стоит. Я вот добыла еду. Да много еды добывай. Крусись. Вот видите, вот тут сложно у меня стоит. 4 отключил. И вот сейчас тут надо по-любому настроить какое-то жилище. Вот у нас зомби и скелет там уничтожит точно. Нам нужно много еды, мы не выживем. Ладно, вон рядом. Так что не идешь коровку убивать? Нам нужна печка для того, чтобы... Ага, можно и без печки поесть. Давай, быстрее собирай. Я буду строить нам дом. Я, кстати, уже уголь нашел. Теперь никуда не уйдешь. Так. Давайте вот сделаем вот эту. Ой, немножко просто поставил. Сделаем очень. А сколько примерно нужно еды? Много. А если примерно, то очень много. Ну сколько? Очень много. Да нет. Пойду собирать большой гриб. Большой гриб нам ничего не даст. Тогда тебе придется искать другие грибы. Вот так вот. Ну, о чем мы говорим? Ну, давай. Гриб. Вон тут Кира рядом коров ходит. Я сейчас уничтожу. Свинья! Ну, ты, Кира, там собирай всякие. Убивай там. Не, там нам ищи. Ага. Питание. Будет у нас по красоте. Но сначала это будет, наверное, коробка просто. Ой, я не убежала. Ну где я? Нет, нет. И Кира, у меня что-то голод не тратится. Куда пошла? Не ставится тут.
Тут еще мне не разбирать. Ой, тут не собрал деревяшку. Ну где ты? Дерево собираю. Я тебе говорю, не уходи далеко. Ты сказал мне собирать еду. Так тут рядом корова дерево. Гриб. Гриб. О, я вижу. Я вижу. Если что, можно панником ориентироваться. Чего ты взяла, что мне нужны? С них тоже так-то мясо выпадает. Где и кровати тоже нужны. А, я чуть-чуть яму. Ну, домик, я не думаю. Не... О, сколько тут овец. Я, Кира, пошел в поход за овечками. Тут у меня аж две овечки. У меня тут рядом аж две овечки ходят. Я вот когда первые разы вот играл в Майнкрафт, и что-то овец вообще не было нигде. Что-то у меня завис подвисает немного в некоторых местах. Если ты выйдешь... Да Кира, я уж... А вон та курица, о которой я тебе говорил. И там где-то ходит кир-скелет. Я слышу, как его у него косточки там. Ходят его косточки там. Хрустят как-то. Ну я до тебя далеко. Ты недалеко, ты. Я тебе бегу. Да не надо ко мне бежать, я все равно что зашел. Вот, Кира, свинья. Убить свинья. Если опять не буду бежать до крысы. Где? Хорошо, здесь. Не знаю, примерно вот столько мяса бы хватит. А, не хватит. У нас 13 лет. У нас 18. Ну, сейчас, наверное, дом настроен и закончим. Потому что у меня что-то этот не разрешает мне больше 12. Ну, больше там... какого-то определенного времени играть тут, снимать-то у меня оно просто видео может не записаться. Ну и вот поэтому, наверное, сейчас я дом окно достроил там и заканчиваю. И потом сниму новую серию. Ну, скорее всего, она выйдет в этом видео, ничего, она же будет играть. Небольшие лукушки у нас будут. Дом не открыт. Мне вот, не очень нравятся такие дома, которые открыты. Пойду вон за тем вот углем.
понадобится нам очень сильно. И Кира, кстати, уже закат, надо быстренько тут собирать все. Кира, похоже, нам придется там все закрывать вообще полностью. Кира, у тебя сколько, кстати, шерсти? Шерсть? Да. У меня ее нету. Ты недавно гоняла за овцу. Я не за овцу, а за свинью гоняла. Ну, я, наверное, сейчас вернусь домой, но реально уже надо будет серию заканчивать. Можешь как-то переждать там, не сильно, наверное. Ну, потому что, сидеть просто и ждать там. В доме тут, у нас. Не знаю, надо. Тебя уже Кира бьет, ты. Кира, к нам уже гости приходят. Возвращайся сюда, это ты только кожу подобрать смог, если не до зомбика. Короче, собирай тут свои вещи. Я тебе кожу возвращаю, но забирай. И теперь я понял, что реально она закрывается тут. Это иди от бутылок. Ну хотя бы вот как вечи. Там скелет ходит. Чё? Сейчас, наверное, сделаем нам печку. И сделаем, что ли, стекло, чтобы увидеть. Пойди. Я сейчас стекло сделаю. Чё, у тебя чё, голод? Голод, что ли? Нет. Так ты когда... А, я знаю, как нам голод восполнять. Можно просто поубивать друг друга и... Ой, нет, я киркужок. Я как тупой. Палочку тогда, что ли, поставил. Горите, палочки. Горите. Если паук заберется. Да не заберется. Ладно, за палками потом мы сходим. Сейчас будем все стеклом сделать. И осветим тут все. Я тебе сколько раз говорила, Кира? Ну не красиво так. На бочок. Черевичок. Не красиво.